Передо мной команда «Юный десантник 2». Ребят, так, как вам сегодня старт? Почему вы поехали? И как вам выступалось втроем? Все вчетвером, а у вас втроем. Это было очень сложно. Вы все успели сделать? Нет, последнее задание. Немножко, да? Но вы довольны, чтобы приняли все-таки участие? Хотя даже втроем, да? Да, да. Как вы считаете, что это нужно проводить такие мероприятия? Да, да, да. Ясно. А что вам больше всего понравилось в этом соревновании? Какой конкурс, может быть? Какой? Все понравилось. Все было очень интересно. Оценка была очень высокая. Маленькие мы все. Ясно. А вот то, что вы помоложе, ребят, да? Вы помоложе, по-моему, всех, кто выступал. Да, да, да. И плюс еще у вас вы были втроем, да? Это все равно вас не остановило, да? То есть вы прошли это испытание, вы довольны, что вы именно выдержали, да? Это вам надо было пройти. Мы, соответственно, узнаем обладателя. То есть главное участие или главное вот победа? Что здесь было? Главное участие. Показать себе, да? Поглядеть себе надо было. Восплоченность. Вот как бы за того парня выступали, да, которого не было. Это команда. Ясно. А вот такой вопрос. Сюда еще поедете, если вас позовут? Конечно. Да. А кому вы представляете? Какой регион? Какой клуб? Клуб «Юный десантник». Откуда? Из Москвы? Воробьёвы горы, Москва, да? Ясно. У вас болезнь есть там? Болеет за вас? Болезнь есть у вас? Кому хотите поедать, Привет, кому хотите поедать? Привет. Выполняли все взрослые, норма готова. Клубу хотите поедать? Ребят, которые не поехали. Не все взрослые. Леха, привет. Тем, что собрались наши юные. Хотелось бы поздравить с днем рождения. Это заслуживает уважения. Екатерина Степановна, точнее, с прошедшей. Команда «Тайкер» сейчас та команда, которая завершает. Ясно. И после вопроса, каким спортом занимаетесь? После которой... Каким спортом еще? Видом спорта занимаетесь, кроме вот... То, что занимается вот этим ГТО, да? Что еще у вас? Какой спорт? Мы узнаем обладателя ГТО. Армейский рукавашный бой и куча разных. Полевые выходы, плавание, прыжки с парашютом. У вас с парашютом надо, да? Даже сегодня у нас слегка холодная погода. Ну, удачи вам. Вы молодцы. Так держать. Спасибо вам большое.